По давно сложившейся традиции празднование Дня города Видное и Ленинского района продолжается вечерним концертом. На этот раз горожан и гостей Видного радовали своими выступлениями как местные самодеятельные коллективы, так и известные артисты, рассказывает Татьяна Акимова. Маленькие и взрослые видновчане с радостью окунулись в вечернюю атмосферу праздника. Для гостей работали развлекательные площадки, детвора веселилась на батуте. Душевная музыка, танцы, улыбки на лицах. Искренние признания в любви к малой родине и поздравления с днем рождения Видного и юбилеем района звучали со всех сторон. Я люблю этот город, я горжусь, что я видновчанка. Здесь родился мой сын. Вот. Замечательный город, очень зеленый. Я люблю город Видное за то, что это, наверное, самый чистый город. За то, что он самый хороший, самый прекрасный. За это мы его и любим. Посмотрите, мы в нем живем, и мы очень рады. И мы здесь получили квартиры. И вообще люди все здесь добрые. Посмотрите, каждая женщина такая видная, такая красивая. Как ее можно не любить? Как и город Видное? Что он цветет, то, что в нем много всяких разных достопримечательностей, мест, которых мы любим. Мне нравится, как развивается наш город, наш район. Да? Чистое сердце от всей души с праздником города, района, от команды «Металлурги» и от нас лично. Да, мы всех поздравляем, жители города Видного, с этим замечательным днем. Спасибо большое за такой праздник. Среди тех, кто пришел на вечерний концерт, немало людей, чьи судьбы тесно переплетены с районом и городом. Надежда Лях, приехав в Видное в 1976 году, так и осталась здесь. Создала семью, родила детей. Теперь и внуки подрастают. Я пришла по направлению к работе в телефонной станции. И вот отработала всю жизнь. И вот все моя жизнь здесь была прошла. Отрадно и то, что многие представители молодого поколения не торопятся покинуть малую родину. Я в дальнейшем планирую здесь работать. Полиция. Забота о родной земле, стремление принести славу Ленинскому району, приумножить его достижения характерно для всех жителей. Подтверждением тому стала еще одна победа видновской команды «Металлург». Команды, созданной 42 года назад и до сих пор остающейся спортивной визитной карточкой Видного. Огромное спасибо городу Видному, руководству города, района, то, что мы вот до сих пор команда существует, выигрывает. И сегодня очередной раз выиграла турнир, посвященный 85-летию Ленинского района и 49-летию города Видного. Мотоболистов торжественно поздравили с символичной победой, пригласив на праздничную сцену. Вот сегодня мы с вами вручаем кубок капитану. Поздравляем! Еще одним музыкальным подарком стало выступление известных артистов. А завершились народные гуляния по традиции пиротехническим шоу. Яркие вспышки праздничного фейерверка взорвали ночное небо необыкновенными узорами, приводя в восторг и детей, и взрослых. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.